принадлежит это замечательное, великолепное слово, которое определяет весь сегодняшний день во всем мире. Поехали! Устинова, Константин Михайлович Иванов. Приятно, что сегодня здесь, в нашем зале, находится Анна Олеговна Степанова, заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. День, с праздником вас! Сегодня вместе с нами 12 апреля здесь, в замечательнейшем университете,
День космонавтики празднует первый заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Константин Чернеевич Загородников. Константин Михайлович, вам слово. Спасибо, Александр.